Добро пожаловать, дорогие друзья, с вами снова Римас. Ну, как я и обещал, мы начинаем новый сезон 2018, новое выживание на нашем сервере под названием The Center. Кстати, координаты сервера находятся в описании этого видео. Буду рад вас встретить, если вы, конечно, захотите со мной повзаимодействовать в этой игре. Ну что ж, я надеюсь, будут дружелюбные ребятюли, которые будут друг другу помогать, и меня, и я вам, и так далее, и тому подобное, как я вам и обещал. Мы сейчас будем искать себе новое место для нашей базы. А, к сожалению, Рекса и Медведя нет. Одного убили, к сожалению, моей, ну, не знаю, кто там его убил, короче, не знаю, он никого не мешал. Короче, убили меня Рекса и Медведя. А Рекс, кстати, где-то потерялся в логах, я не видел, чтобы его убивали. Ну, ладно, мы потом позже будем искать. Я разрушил ту базу, ну, как бы, я, которую я вам показывал, к сожалению, может быть, даже к счастью не буду, я перестроил базу в другом месте. А сейчас я хочу найти другое место, более-менее так получше, потому что здесь вот во время дождя, вот, где я там находился, у меня почему-то баги бывают. Именно розовый цвет. Если есть какое-то решение, чтобы исправить это дело, я обновлял свою видеокарту, все делал. Ну вот почему-то розовый цвет. Так, у нас здесь проблемы. Вожак волчица. Вот она, кстати, ее зовут Маня. Это вожак наших волков. И наши волки здесь находятся. Давайте сейчас быстренько пробустим это дело. Мы смотрели в прошлой серии новое обновление, которое, ну, кардинально все изменили. Перерисовали разработчики Арка, где нам, ну, реально показали невероятный. Так, вот он, пожалуйста. Забираем. Быстро. Фас. Нифига, как они его сожрали. А ну-ка, давайте попробуем вот этого сожрать. Не знаю, 85 уровня. Диплодок. Я думаю, мы сможем даже его сделать. Ну, кстати, нам вообще никакой урон не произносит, не производит, вернее. Ну, а чё волки-то его не атакуют? Подождите. Волки. Волки. Пас. Вы же должны атаковать мою цель. Или они атакуют только после того, как данная жертва будет нас как-то пытаться нанести нам урон, вернее, да? Так, ладно, давайте вот это вот заберем. Пас. Да, да, да. Хотя там было проставлено атаковать мою цель. Ну да ладно, может быть что-то, я не понимаю, может быть что-то изменили. Так, ну что же, где мы остановились, ребята? Нам надо найти какое-то нормальное место, где, ну, наконец-то... Волки, фас, пошлите. Вот ты просто молодцы. Так, я, кстати, перед записью сбросил свои навыки основные. Мы сейчас будем с нуля все это дело переделывать, чтобы было вам интереснее, чтобы вы могли заметить, с чего можно вообще начать. Да, вообще начинайте с того, что у вас в руках. А если вы новый игрок, вы можете свободно зайти на группу нашего сервера, который находится в описании ВК. Оу! Мать твою, а что это за новый такой глазик появился? Защищайте своего вожака. Вожак. Вожак, кстати, у нас волчица. Вот так вот она у нас выглядит, смотрите, ребята. Вот она просто красавица. Да, давайте я вас познакомлю. А это вызвать дерзкий, но он выглядит реально как дерзкий. И такой окрас у него прикольный. А это реально серый волк. С такими белыми оттенками. Его зовут Угрюмый, он такой, знаете, всегда Угрюмый. Так, хпчечку ему, наверное, подкачаем. Вы посмотрите, мы уже там лук. Лук уже даже залутали. Это просто обалденно. Так, ладно, поехали дальше. Пока не наступила ночь, нам надо как-то, ну, реально обосноваться. Я думаю, самое лучшее место, это вот где-то вот здесь. Вот смотрите, видите, вот где река стекается, а где есть выход в море, где мы будем плоты строить, может быть, даже, возможно, подводные базы. У меня неимоверные, обалденные проекты для этого дела. Поэтому сейчас мы с вами начнем потихонечку базу строить, добывать камень. Может быть, даже сначала, я думаю, лучше, ребята, всего с камня начать. Так, это не кошечка. Это просто гребаная жесть. А почему у меня не это? Кстати, вот и наш сервер. Почему я не могу... А, музыка есть, но она очень слабая. Понял, хорошо. Давайте погромче музыку сделаем, чтобы было, ну, как бы веселее, да? Так, я еще хотел посмотреть. Ладно, потом посмотрим. Ну что ж, господа. Нормальное место здесь, да? Мне кажется, вполне отличное место. Вкачаем хп. Где моя красавица? И вкачаем себя самого. До 30. Ух ты, ёптать. Чё за херня? У-ху!
Обалдеть! Ух! Блин, арк реально изменили, господа. Фас, я не могу двигаться, вот я уже могу двигаться. Молодцы, молодцы, идите за папочкой, идите. Они, кстати, сами по себе воют тоже. То есть волчица начинает выть, и другие, и в итоге накладывается невероятный, обалденный баф. Баф называется стая, да? Слушайте. Ну, здесь, конечно, строит, я бы не сказал, что прям очень хорошо. Сваливаем, я вообще ни хера ничего не вижу. Вот эти вот чпульчики, традоны, они очень жесткие, они нас могут усыпить. И они очень жесткие, ребята, поэтому, ну реально, с тремя волками у нас прям хорошо каточка идет. Что у нас там происходит? Молодцы, молодцы. Не, ребят, мне кажется, здесь будет выжить очень плохо. Во-первых, место неровное. Может быть, нам как-то пройти чуть-чуть дальше, посмотреть, что там происходит. Сейчас посмотрим. Все на меня агрятся. Все меня не любят. Жестко они меня скидывают, конечно, с седла. Ну, седла нет, с волка. Я вообще не могу двигаться. Может быть, хотя бы так отмахаться. Спокойно. Сожрали. Молодцы. Так, волчица, вперед, со мной. Маня моя, маня. Не, нормальных мест здесь нет. Я не вижу здесь нормальных мест, реально. Может быть, возле этого водопада попробовать что-либо сделать. Раз. Блин, вот они раскидывают всех, а. Вы посмотрите, как волки жестко прям делают. Нереальная стая. Реально, ребята, у нас стая волков прям четко все делает. Так, а где мне еще второй волк? А, вот он бежит. Э, дерзкий, ты что там? Волчицу нашел какую-то? Прикольно такое, да? Так, 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 так. Нам надо как-то... Давайте сначала опять хп-шечку поднимем себе, наверное, до 290, мне кажется, да, получится. Так, и урон, скорость бега, либо урон. Давайте урон 295 до 300 сделаем. Мне кажется, надо уже скоро начинать готовить себе кушать, вернее. Что он такой интересный себе приготовит. Вот здесь вот можно, в принципе, построить базу, либо наверх уйти. Нам летуны нужны. Без летунов здесь очень будет сложно, так как уже есть трайбы, которые... у которых много летунов, и, блин, ну и самому неудобно, да, как бы без летунов, ну реально, вот там мы можем, в принципе, еще попытаться, либо здесь построить, вот здесь как раз респ камнев, самое главное, чтобы не прикрывать респ этого. Карта огромная, господа, очень большая карта, вот здесь вот находится, кстати, моя база секретная, тоже на этом континенте находится, поэтому я, пожалуй, наверное, здесь начну потихонечку собирать нужные мне ресурсы для того, чтобы начать уже возводить вот какую-то платформу, и на этой платформе построим себе новую базу. Прямо вот здесь вот. Рядом построим загон, конечно же, чтобы никто не смог убить наших волков. И у меня есть семена, ну и генератор на другой базе. Я его потом сюда перетащу, и, возможно, во второй серии, либо вне серии я его поставлю сюда. Турелька, чтобы меня никто не зарейдил. Хотя не думаю, что меня прям сразу попытаются зарейдить. Ну, так или иначе, береженного бог бережет, да? Так, ну что, сразу, наверное, каменные, да? Раз уж у нас такая тема. Я сразу, еще раз говорю, я сбросил все свои скиллы, поэтому придется с нуля все это дело изучать. Несомненно, наша задача эти стрелы изучить, чтобы мы смогли томить других животных. Сразу же делаем, изучаем каменные платформы, дверные проемы и все необходимо. Так, оконные проемы пока делать не будем. Они нам не нужны. Так, хорошо. Первую платформу мы с вами поставим непосредственно. Так, что для платформы нужно? Камень 80, да? У нас камня очень мало. Ой, ребятюли, камня очень мало. Я, кстати, еще вроде бы ящик еще не изучил. Так, подзорную трубу, кок, балас, лук. Хотя лук у нас есть, ну, рано или поздно мы его по-любому изучим. Может, будем изучать с вами и крафтить арбалеты, правильно, да? Да, вот он шкаф. Так, для шкафа у нас есть вроде бы ресурсы.
Да ладно, и до шкафа нету. Давайте вот этот пока что сделаем. Так, шкаф нам требует волокно. А, у нас нет волокна. Вернее, был у меня там на базе, блин, остался. Ладно, давай сейчас быстренько соберем волокно. Так уж и быть. А, вы просили, ребята, вот у меня вот такой небольшой вопрос. Как вам интересно смотреть серии? Как тогда, по-новому, где-то вырезал, урезал все полностью, все это дело дергалось, но было очень много экшона в одном, в маленьком видео. Либо просто делать прохождение от начала до конца без каких-либо там паузы будет, когда я там захочу пойти чай себе налить, либо еще что-то. Но вам как вообще делать? С монтажом или без монтажа, как по старинке, как я раньше снимал арк каждый день по 2-3 видео. Или одно видео, но будет 2-3 видео в неделю. Либо каждый день, да, там через день, но будет регулярно видео выпуск выходить. Обязательно, ребята, напишите про это дело. А, мне ваше мнение очень важно. Кто бы что-нибудь не говорил. Рибас, ты своих подписчиков не слушаешь. Дизлайк, отписка. Фу, скатился. Давай, до свидания. Нет. Такого нет, ребята. Я своих подписчиков уважаю, люблю. Я их во сне вижу. Рибас, где арк? Ладно, шучу. Что-то меня, походу, понесло. Так, ну что ж. Шкафчик мы с вами поставим. Блин, смотрите, видите, если мы здесь базу построим, то сверху могут нас... А, ну, если до этого, конечно, дойдет. Хотя я вообще трогать никого не буду. И не собираюсь, зачем? Я здесь же выживаю, сам по себе живу. Если кому-то мешать буду, будем как-то пытаться засоюзиться с другими трайбами, со самыми топовыми, да, которые, возможно, здесь есть уже, не знаю. Я же не смотрел политическую ситуацию. Админку я потому что здесь отключил, хотя я на Рагнарёке все знаю. Но, блин, оттуда будет меня, походу, стрелять. Ладно, хрен с ним. Да что с меня? Ну, убьют моих волков, и что? А я Римаса зарядил. Ну, в школе там похвастается, и все. Ладно, хрен с ним, пусть рейтят. Погнали. Дальше наша задача сейчас поставит вот это дело от начала до конца. В общем, простая серия, ребят, без каких-либо выпендронов с моей стороны. Так, я уже забыл, как это все делается. Дорогие друзья, это просто гребаная жесть. Сразу пин-код поставим, чтобы всякие бомжи к нам не приходили. Без трусов и с трусами. Я обязательно сюда поставлю генератор. И у меня 3 или 4 турельки есть. Ну, придется тогда ту базу полностью разобрать, чтобы убрать всю оборонительную систему. У меня там база прям как крепость. Я не знаю, я хочу здесь крепость построить прям. Ну, мини-базу здесь, а наверху уже будет у нас крепость. Как только мы приручим себе какого-нибудь летуна. Например, птеранодона, либо, не знаю, там птицу, либо еще что-то. Ну, чтобы могли летать. А вообще, был бы кецель, я бы прям радовался. Если честно, если я найду кецеля нормального, хотя бы 100, 120-го, максимальное количество, кажется, 160, да, можно, либо 150. Скажите мне в комментариях, тоже не знаю. И обязательно именно на это видео я все комментарии буду читать, смотреть ваше мнение по поводу нового стиля. Либо как в старые добрые времена, ребята. Просто напишите. Старые добрые времена, либо с монтажом. Без монтажа, либо с монтажом. Вот так вот. Без монтажа. Арк-монтаж, арк без монтажа. Вот так вот напишите все. Чтобы я понимал, да, и ну, для чего нужны комментарии. Для того, чтобы у стримера, либо у... продажного блогера была хоть какая-то обратная связь со своей аудиторией. Так, мы уже сможем сделать себе 3 платформы. Конечно, блин, я уже, если честно, соскучился по этими нудными моментами, когда ты начинаешь добывать, что-либо строить и так далее. Но это еще нормально, это арк, ребята. А есть игра, которая называется Life of Feudal MMO. Там вообще ты там просто свою личную жизнь можешь просто забыть, дорогие друзья. Так, волчата, давайте идите ко мне сюда. Я вас здесь поставлю. Мы ребята, построим пока что маленькую базу. Ну, для волков, мне кажется, не знаю, смогут их убить, нет. Ну, зачем их убивать? Ну, зачем? Вот посмотрите, какие классные волки у нас, а, ребята. Вы посмотрите, не надо их убивать, пожалуйста. Я понимаю, что... Я уязвим в этом, в том плане, то, что видео показал, где моя база, все. Я пошел либо сорейдить. А если у вас хорошее намерение, вы можете построить рядом со мной базу. Я просто за это. Тем самым мы можем заключить с вами союз, дорогие друзья, и друг другу помогать. Да, например, я в игре, вас нет, у вас кто-то рейдит, я буду защищать. Либо меня нет в игре, вы раз, меня тоже раз. Подсобили, защитили, пока меня нет в игре. Либо я сплю, либо еще что-то делаю. Вот такое предложение. Я с удовольствием приму. Если трайп хороший и сильный, постройте себе какую-нибудь базу маленькую, которая будет рядом находиться. И, как говорится, я в долгу не останусь. Ну, вот как-то так. Так, хорошо. Что у нас там получается еще? Один. Ой,
Хитерочек отложился, вы посмотрите. Так, нам надо еще, знаете, что сделать? Нам надо поставить костер для того, чтобы мы смогли сварить себе что-нибудь вкусненькое. Да, ребят, прямо здесь поставим. Хорош. Так, вожак, иди ко мне. 20-го уровня. Да откуда вы беретесь 20 уровня? А? Откуда вы беретесь? Пожалуйста, скажите. Атаковать мою цель. Так, ладно, я пока тут это. Идите пока, атакуйте мою цель. А? А, надо его сначала к себе привязать. Понял. Ладно, потом разберемся. Я, если честно, я уже забыл, тут еще в арке много чего переделали. Так, начинаем делать. Кстати, у нас с водой будет проблема. Надо будет за водой потом бегать. Ну, вроде бы здесь тихо. Вроде бы хищников нет. Меня очень радует. Ладно, давайте, хватит болтать. Нам надо еще добывать. Еще раз добывать. Да, и надо будет потом сгонять за водой. Обязательно, ребята. Сгонять за водой. Так, и... Знаете что, я вот маню возьму. И сделаю... За мной. Молодцы. Так, поехали, лучше сходим быстренько за водой. Сейчас выпьем воду, потому что она... Пока там мясо делается, жарится, да, мы сейчас возьмем. Вот она, кстати, вода здесь, в принципе, не так уж далеко. Можно, в принципе, отсюда прям трубу провести. И просто будет невероятно. Кстати, я со всеми не поздоровался. Всем привет. Сервак у нас довольно дружненький, хорошенький. Онлайн такой стабильный, хороший, нормальный. Сервер существует уже более 2 лет. Он вайпался последний раз. Ой, не помню, в начале этого года, да. То есть мы не вайпаем каждый день, как другие серверы делают, ради того, чтобы там получить донат или так далее. Донат у нас есть, но это, можно сказать, то есть, ну, человек пришел с работы, хочет себе животное купить. То есть у нас нет такого доната в плане, там, вот, мы хотим зарейдить, дайте нам это. Такого нет у нас, такого беспредельного. А донат везде, во всех неофициальных серверах есть, ребята. Так что, ну, мы не вайпаем ради доната. Чтобы там, да, донат был больше, как это делает, к сожалению, к великому сожалению, другие люди. Ну ладно, в принципе, видео не об этом. Видео о том, чтобы Римас тут выжил в этих невероятных, красивых и в одно и то же время сложных условиях. Вот как-то так. Поэтому, я думаю, пора нам останавливать видео на этом месте. Я сейчас быстренько все это дело соберу, построю здесь, походу придется все срубить к херам собачьим. Построю себе базу, поставить себе генератор. Слетать на волках за генератором, ну и 2 пушками, и хоть какую-то оборону себе обеспечить. Но вы не скучайте. Завтра будет еще одно видео по Ark Survival Evolved. Друзья мои, обязательно поддержите меня и скажите, как вам такое нравится, либо сделать какие-то там нарезки, я не знаю, монтаж и тому подобное. Всем удачи, до скорых встреч. Кстати, что-то опять не лагает. Раньше лагало, когда душ шел. Ну как, не лагает, а как-то все в розовое превращается. Ой, вот оно розовое превратилось. Я не понимаю, как это исправить. Я уже писал разработчикам. Не знаю пока что. Скажите, пожалуйста, может быть, какая-то настройка у меня стоит, которую нужно убрать, чтобы этого беспредела не было. До скорых встреч. Всем пока. А то вообще невозможно в таких условиях что-либо делать.